четырьмя цветами с детьми. Они рисуют очень красиво, рисуют гусеницу. Такая она у нас яркая, мы смешиваем краски. Желтый, красный, синий и белый. И у нас получается много, у нас получается много-много оттенков интересных. Дети трудятся, у них все получается, очень интересно. У нас потом будет выставка, и будем рассматривать свои рисунки. Саша старается рисовать. У него вообще столько оттенков, масса зеленых. Он трудится, какой молодец. Надо искать из четырех цветов столько оттенков. Молодец. Мы посмотрим потом, что у нас получится, наш результат. Дети молодцы.